Здравствуйте, здравствуйте. С вами я, Татьяна Кощеева, и сегодня я вам открою одну загадку. Загадку сорта Мадам Солерон. Но все оказывается просто. Существует два сорта Мадам Солерон. Один, вот тот, который я вам буду показывать и о котором рассказывать, старинный сорт. Он упоминался еще в 1877 году. А второй сорт появился в каком-то промышленном питомнике и получил такое же имя, но с приставкой питомника. А приставка эта, по ходу дела, исчезла и получается у нас в продаже во всех питомниках, тепличных комбинатах, Мадам Солерон та промышленная, которая выглядит, ну, как-то похоже, то есть она тоже пестролистная. Я потом расскажу, какая разница в строении. Но она цветет, цветет простыми розовыми цветочками. Вот как на этом фото. А та старинная, то есть вернее вот эта старинная Мадам Солерон, она никогда не цветет. Странно, да? Вроде бы все растения должны цвести, оставлять потомство, но тут произошла какая-то генетическая мутация, которая не позволяет ей цвести и завязывать семена. Так она и размножается все эти, сколько уже, 200 лет вегетативно, череночками. Так в чем же ее отличие? Как вы можете понять, что у вас та старинная Мадам Солерон? Все дело в строении куста. Смотрим. Видите? Тоненькие-тоненькие черешочки листьев. Длинненькие, все как на подбор. И листики вот эти вот колышется, особенно на ветру. Вот, посмотрите, такие маленькие-маленькие междуузлия. Тонкие черешки, круглые листики. Кустик растет. Не вверх тянется какой-то пальмочкой, а растет от земли несколькими веточками. Вот это у нас старинная Мадам Солерон. Та, которая никогда не цветет. А теперь посмотрим обычную зональную пеларгонию, тоже пестролистную. У меня нет второй промышленной Мадам Солерон, но это вот на нее похоже. Похоже по строению. Посмотрите, вот эти толстенькие стволики, которые, если их не прищипывать, а этот кустик я прищипывала и не раз, могут вырасти в один ствол. Толстенькие, намного толще черешки у листьев. Большое междоузлие. Вот видите, длинное междоузлие. И цветы, естественно, у нее есть. То есть та промышленная Мадам Солерон будет иметь вот такое строение куста. А старинная Мадам Солерон, она вот такая. И в этом ее прелесть. Представляете, какие шикарные из нее могут быть летние композиции, бордюрчики или подвесных кашпо. Она образует вот такой вот каскад. Она не вытягивается ни вниз, ни вверх. Она будет шариком. Вот такую красотку я вам рекомендую. И еще один плюс, я совсем забыла сказать. Она пахнет. И пахнет она не как обычные пеларгонии герани бабушкины, а у нее запах какой-то, ну, ближе к душистой пеларгонии. Я вам не могу сказать, какой именно, потому что, ну, я не умею описывать запахи. Но он не сладкий, а какой-то немножко перечный, что ли. Терпкий. И если вы пошевелите ее или там почистите, обрежете, этот запах начнет выделяться и ощущаться. Вот я вам и раскрыла тайну сорта Мадам Солерон. Поэтому спорить не будем. Есть две мадам, у кого-то она цветет, а у кого-то вот такая красотка, как у меня. Какую вы хотите, выбирайте сами. Лично мне нравится вот именно эта, не цветущая, но замечательная Мадам Солерон. Обожаю.